Всем привет, друзья! С вами Михакер, и сегодня я начинаю прохождение игры Assassin's Creed 4 Black Flag. Что ж, давайте сразу, так сказать, окунемся в эту игрушку. Много не буду рассказывать сейчас. По ходу игры, может, чего-нибудь подкину, мыслишек каких-нибудь, а пока начнем новую игру. Новую игру, конечно же. Назвать? Давайте назовем моим ником. Михакер. Ubisoft представляет. Без Бонависта, июня 1715 год. Охренеть. Я так понял, мы за этого чувака и будем играть. Видите его? Или нет? Все к пушкам! Или вот за того чувака? Ого! Да, кажется, я понял, за какого чувака. А почему я играю? Ладно, допустим. Я к штурвалу. Что мне сделать со штурвалом? Понятно. Стрельба из пушек. Чтобы выстрелить из пушек, двигайте мышь, удерживая правую кнопку. Чтобы прицелиться, а затем дожмите левую для выстрела. Стреляйте в корпус для максимального урона. Ну, это понятно. Так. Получай, собака. Ой-ой-ой, надо разворачиваться. Разворачивайся. Есть попадание, да? Ай! Что будет, если мы с ними столкнемся, понятно. Черт. Давай, разворачивайся уже. Есть. О, с того бока. Какого ч... Мне на того? Черт, в воду попал. Это не прикольно. Лови, блин, как мне переключиться? Фальконеты какие-то есть. Давай, целься. Есть. Там вон еще идут. Нам надо было только этих замочить. Понятно. Порох! Сейчас рванем! Ох ты, блин! Да, движок, конечно, я так понял, остался тот же самый. Давай сюда, а, вот и ассасинчик. Какая у него бородка. Да, не сказать, чтоб сверхзахватывающая сцена. Эдвард, каперство это опасно? За опасность нам и платят. Чё еще, блин, за каперство? А почему не королевский флот? Там жалования и люди знатные. К черту все это знать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Опять ты о деньгах. Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. И сколько же тебя не будет дома? Достаточно, детка. Год, может. Или два. Охренеть. Хорошо. Не больше двух. Обещай. Слышь, а ты не охерела? Сказал чувак и поплыл вверх, наверное. Да, видимо, вверх. Озвучка тоже не самая шикарная.
Так, мне предлагают плыть вот туда. Давай в размашку, конечно. Или как это правильно называется? Кролем? Я не помню. Да вы чё, я уже нажал. Спасибо. А, собственно, за кого мы тут играем? Не знаю сейчас за кого, но вообще тут ассасином выступает дедушка главгероя третьей части. Какой-то там Эдвард, по-моему, Кенуэй. Кенуэй, короче, еще один. Впервые игра возвращается назад по исторической линии, так сказать. И она основана здесь на пиратской тематике. Ох ты, как красиво, сочные краски. А ты еще кто такой? Тоже понравилось? Гавана. Мне нужно в Гавану. Ты кто такой-то? Надо лишь построить новый корабль. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Я дам тебе сотню из кода. Сотню чего? Так-так? Тогда или нет? Сотню, а говоришь? А деньги потом, да? Пираты, черт бы вас побрал! Слышь, чё, федерал? Да у тебя порох отсырил, дурья башка. Далеко собрались-то? Я так понял, это один из сообщников ассасинчиков. Смотрите, это крабики! Эй, приятель, не будем ссориться! Крабики, идите сюда! Не бойтесь, крабики! Я вас не трону. Куда же вы все делись? Попрятались, сукины дети. Членистоногие. О, я уже умею прыгать так. Прикольно. Это что за ловушка? Это сетка мне бы... Иди сюда, крабик! Этот чувак не может драться с крабиками. Он только делает вот так вот. Зачем? Зачем это ты делаешь? Твою мать, ладно. О, ну-ка. У меня есть идея. Тут по-любому куда-то можно пробраться, да? Ой, наверное, это не стоит делать. Забирайся. Слышь, сволочь. Ладно, допустим. А в кустах? Да, я прячусь в кустах. Все как в предыдущей части. Немножко похорошело, мне кажется, графика, правда. В третью часть я играл на таком паршивом компьютере, что мне даже стыдно сейчас об этом говорить. Так, давай прыгай. Да, он все еще прыгает, это прикольно. Так. Тут тупичок, значит, правильно надо было вверх. Ого, там какая-то деревуха. Ты че тут уже успел лагерь разбить? Слышь, ты где, федерал? Вороны. Ой, какая красота, а. Тропические острова. Я играл в Risen 2. Тоже такая неплохая игрушка, но там, конечно, она более такая кустарная, можно сказать. Отсюда до Гаваны сотня лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Ты это кому сказал-то? Слышь, так-то костровище, тут кто-то был. Ты вообще опасности не чуешь? Стоп, блять, ладно. Я тут вижу бутылку. Это же бутылка? Нет, ни хрена. Какая-то свеча. Там тоже ничего нету. А, ладно, хватит нам тут путешествовать, так сказать. Выискивать секретики. Пойдем искать нашего другана. Куда он делся-то, кстати? Что это за лагерь? Это же явно чей-то лагерь. Оп, поймаю листья. Как стоги сена. Понятно. Тут что, есть что? Ого, вот это точно бутылки. Слышь, я пить хочу. Они пустые, наверное. Скорее всего. Так, в хижину попробуем залезть.
Конечно, попробую. Оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай-давай, парень. Да, пираты, они умеют лазить по всяким. Не помню, как это называется. Мачтам, не мачтам. Куда мне бежать-то, кстати, я не понял. Найдите ассасина. Прикольно, а куда он убежал, я откуда знаю. Ну, допустим, он куда-то наверх залез. Оп. Оп. Опа. Классно. А, ну я знаю, как найти ассасина. Надо забраться на самую верхнюю точку. Так, тут мы не заберемся, да? Тогда здесь. Оп. Давай, давай, давай. Залезаем, 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 чувак. Че, тут я уже могу? Нет, что ли? Еще выше надо. Оп, 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 оп. А, вот где птичка сидит. Тут все то же самое. Орлы, блин, есть в любой части света. И синхронизируемся. О, целый тропический остров, пацаны. И где же наш ассасин? Я не понял. Уии, там сундук вот этот, кто-то увидел. Какие-то отметины. А, вон он побежал. Куда он бежит-то? Что-то он не был похож на ассасина, когда я ему стрелял. Не надо меня убивать, спасибо. Так, что-то тут где-то есть. Надо мной или подо мной? Скорее всего, подо мной. Повисни, давай. Спуститься. Да, сундук. Украсть. Что-то. Золотое кольцо и деньги. Что такое R? Рубли? Сомневаюсь, конечно. Но чем черт не шутит? Так, так, так. А рупи в... А, рупи в Индии. Не, вряд ли это рупи. Нефритовая статуэтка. Ну все, пошла. Пиратская гулянка. И это я, наверное, зря. Действительно. Так, где-то еще наверху есть. И где-то еще есть. О, снять шкуру. Ты кого-то убил? Кто ты такой? Я даже не успел посмотреть. Ну, теперь это не, вообще ни на что не похоже. Вообще, куда смотрит Гринпис? Уже вторая игра. Такая шняга. Просто жесть. А чё сохраняться-то? Давай, открывай. Будем грабить все, что плохо лежит. Так, там сундук, видимо, тоже сверху где-то, да? Или внизу? Или вон там далеко-далеко внизу? Или вот там высоко-высоко вверху? Не знаю. Но проверить охота. Тем более там еще вот какая-то херня есть. Ага, отсюда он туда не прыгнет. Оп, а отсюда прыгнет. Только надо было. Оп. Так, и чё это за место? Вообще непонятно. Или нам он на тот темп показывает. Давайте спустимся, короче. А уж потом и за ассасинчиком сходим. Никуда он не денется. О! А, не, я думал, тут в дереве какая-то ловушка. Не, все-таки на том уровне что-то было. А тут ничего нету. Там я, наверное, тоже ничего такого не найду. Да, видимо, так и есть. Там вот обломки корабля только... О, а я тут могу спуститься, кстати. Опа! Красавчик. Так, тут еще трупик лежит. Это как бы намекает. Че, его обобрать нельзя, что ли? А, ограбить тело. Удерживаем. Супер, 10 рублей. Все, больше ничего нет.
или... Фу, блин, я чуть не обкакился. Так, где-то тут есть бутылка с сокровищами. О, взаимодействовать. Тьфу, блин. Что за, за записочка? Просто в карман положил, прочитать не хочешь? О, обсерватория. Несколько дней я расспрашивал моего похитителя Балама. Он расспрашивал меня не меньше, да я не мог не гадать, что меня ждет. Наконец, на седьмой день я выложил то, что тяжелым грузом лежало у меня на сердце. Чего вы хотите от меня? Что держите меня в плену? Да Балам рассмеялся и ответил: ты здесь не пленник, мудрец. Ты можешь уйти в любое время. Только скажи, куда хочешь попасть, и если это будет в наших силах, мы доставим тебя туда. А сей ответ удивил и даже рассердил меня. Так зачем же похищать меня таким дьявольским способом? А ты поступил как разбойник, не иначе. И вот что я услышал. Твой хозяин принимал у себя тамплиера и, быть может, сам уже примкнул к ним. Таким людям нельзя доверить такое сокровище, как ты. Беги. Беги их. Что? Им нужно знание, которое таит твой разум, твои видения, твоя память и путь к одному месту, некогда дорогому для тебя, к обсерватории. У меня зазвенело в ушах, я слышал это слово раньше, снова воспоминания из былых времен. «А что от меня хотите вы?» — спросил я. «Вы также пожелаете вырвать у меня эти тайны?» Балам улыбнулся, я их не боюсь, но только ты решишь, с кем ими делиться. Твои тайны принадлежат тебе и только тебе. Что за чушь я только что прочитал? Да, все круто. Переписка. Люди, корабли, животный мир. На... ладно. Не буду смотреть, кого я нашел. Вот тот сундук, который я искал. Где-то он все-таки здесь. Ага, вот ты гад. Я знал. С ноги открывается любой замок в этой игре. Учитесь, дорогие начинающие гопники, воры и прочее быдло. Опасно воров называть быдлом, они ж меня найдут и накажут. Ну да хрен с ним. Так, чё, мне обратно тоже по этому кораблику подниматься? Ну ладно. Я-то могу. Давай-давай, ассасин. Уи, маншер. Все выше и выше. Что вот это за... Тихо-тихо-тихо, все харе. Успокойся, родной. Что это за херня на карте? О! Смотрите-ка, там что-то горит. Понял, понял. Иду, иду наверх. Не знаю как, но я иду. Так, вот что-то я мимо пробежал. Это что было такое? Оп, оп, давай наверх. Давай отсюда попробуем залезть, чувак. Оп, тихо, все. Вот на ту херню сможем? Да, сможем. Только что это такое, я вообще не понял. Вон она наверху горит. Что это за хрень? Оп. На пальмочку. Так, куда дальше? Блин, туда зря. Нет, 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 нет. Не туда, не туда. Давай, 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 давай. Тихо ты! Жёбок. Так, вот сюда. Есть. И теперь давай туда. Охо, фрагмент какой-то. Не знаю, что за фрагмент. Но какой-то фрагмент. Так, ладно, все, бежим за ассасином. Сколько времени я потерял, а ведь это всего лишь, так сказать, интро к основному действу. Офигеть, да, ребятки? Ну, вы чувствуете, какая будет наполнена эта игра. Насыщенная. Так, мне наверх, там будет еще сундучок. Вроде бы. Давай, чувак, давай, давай, давай. Ого. Так, тут, надеюсь, не будет этих индейцев. Вместе нам было бы легче. Натуре. Ну и хрен с ним. Зато я успею собрать сундуки. Так. Куда этих индейцев вообще, блин, сундуки с золотом? 286 рублей. Полный сундук золота, это 286 рублей. Чё-то я не верю.
Чё-то, ребята, я вообще не верю. Так, ладно, больше сундуков я вроде не вижу, хотя, ну-ка, а где у меня карта? Вот она. Нет, где-то есть еще сундук. Где-то, кстати, еще сзади был сундук. Хрен с ним, с меня не убавится. Ну вот другой сундучок надо пойти поискать, тем более там еще один фрагмент, а вот они могут быть ценными. Вот. Это кабаны. Только что-то сильно резвые кабаны. Ладно. Что это было? Кабан скрылся в траве. Так. Куда же мне предлагают за сундуками сходить? Прямо вот туда, да, на тот бережок. Ну, я думаю, наш ассасинчик туда как раз и побежал. Так что давай за ним долбанем. Оп! За меня, кабанюшка. Но мне нужна твоя шкура. Кость, шкура кабана. Все понятно. Видимо, там тоже было написано, чья шкура. Но я тупанул, не посмотрел. Так, залезаем. А это, кстати, еще одна точка. Сбыта. Так. Оп, оп, оп. Давай, давай наверх, парень. Синхронизирую. Вроде как я слышал, что в этой части нельзя будет играть за Десмонда. Ну, в общем, посмотрим. Так, куда наш ассасинчик отправился? Ну, допустим, туда же, куда-нибудь. Уви, прямо в воду. Тут нельзя нырять, это плохо. Я хотел подводным рыбалкой заняться. Ты чё? Ты охренел? А как я должен был спастись? Убейте ассасина. Да ты охренел. Ладно, побежим, убьем. Ах ты черт лысый. Иди сюда. Иди сюда, лысый черт. Плохое решение. Да ладно. Видишь, как я умею. А чё, зачем мне надо было? Черт, я не успел подобрать его оружие. Какой же ты ассасин, если ни хера не умеешь драться. Так, ну-ка, ну-ка. Что за... Сеньор Дункан Уолпол, я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. Ага, конечно, и наш я пират. Не знаю вашего лица, но полагаю, смогу узнать. Решил по костюму, переодеться, да? Ваш орден. Итак, поспешите в Гавану. И поверьте, мы примем вас как брата. Ты даже не постирал там костюмчик, сервидор, чувак. Эль губернадор Лауриано Торрес и Аяла. И Аяла. Голубоглазый блондин. Пора за наградой. Нахрена нам за награды, чувак? Тут целый остров, полный сундуков с сокровищами. Правда, в них нет смысла на этом самом острове. Так, за награды, говоришь? А давай сначала сундучки проверим. Так, где-то здесь. Тут нет сундука. Видимо, он где-то... Где он еще может быть-то? Тут его нету. Но он, видимо, на другом уровне. Да. Либо выше, либо ниже. Так, где-то тут еще должна быть пушка этого чувака. По идее. Потому что он меня стрелял пистолетом.
Хотя несколько минут ранее мы видели, как у него, собственно, порох отсырел, и он не стал стрелять. Ладно, черт с ним, пойдем вон фрагмент найдем. Ой, туда высоко лезть. Так, как нам туда вернуться, а? Оп. Да что ж ты делаешь? Вот что меня больше всего бесило в третьей части. Ви-ви-ви. Наверх, наверх, парень. Так, отсюда я смогу? Блин, такое ощущение, что нет. Оттуда тоже вроде как нет. Куда ты должен? Отсюда, например, да? Оп, да. Так, теперь сюда побежали. Вот он. И фрагмент. Блин, там камень прям под водой. Черт, ладно. Я вроде жив. Значит, так все и задумано. Задумано Всевышним. Ко. Че это так все тут дымится? Я так думаю, туда не стоит наступать. Че тут кружком тут все. Шхуна здесь очень кстати. Шхуна? А под водопадом тут опять что-то есть, да? Внимание, запретная зона. Ничего себе. Чё-то она запретная. А, видимо, там англичане какие-нибудь. Да? Я их пока не вижу, но, скорее всего, так и есть. Так, ладно, пойдем к сундуку. Уи. Плыть незаметно. Ага, прикольно. Так, нужно на берег. А вот и наш сундук. Супер. Табакерочку нашел золотую. Так, что тут еще есть? Труп. Пройти испытания Пистерга. Испытание Анимус. Интересно. Ну пусть будет. Я даже отсюда спрыгну. А для чего тут плыть-то незаметно? Тут вроде нет никого. А, вот там впереди есть кто-то. Командор направился в Кингстон. Изымем этот корабль и последуем за ним. Простите, Кингстон? Нет-нет, нас не движет за вами. Я лишь тут... Да, какой Кингстон? Ты о чем? Но я же ни в чем не виновен. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запасы провизии. Зона выслеживания. Вы можете использовать густые заросли, как зоны слежки. В них вы можете спрятаться и незаметно перемещаться. Используя заросли, чтобы приближаться к своим целям незаметно. Окей. Буду знать. Ты кому? Мне сказал? А, они там убили кого-то. Смотрите, там какая здоровая черепаха. А эта херня надо мной, да? Блин, зря я спрыгнул. Наверное, очень зря. Че, вернемся назад? Или не вернемся? Давайте вернемся. Давайте, пожалуй, вернемся, да. Не убивайте чувака пока, подождите, пацаны. Я сейчас быстренько тут все сделаю. И тогда можно. Залезай. Залезай на стоп, твою мать. Че ты? Давай залезай. Давай, парень. Так, так, так. Надо как-то прыгнуть туда. Да ты что такой-то? Ты залезть можешь? Так. Ну и откуда там прыгать? А, вот с этой штуки, все понятно. Вот.
фрагмент у меня. Где-то еще, кстати, сундук есть. Где он? Где мой сундук? Где мой сундук? Мать ваш, наверху, что ли? Нет, вот он стоит. Все, отлично, бабло. А, так, ну давайте в заросли, чё. Я заплачу! Скажите, сколько? Иди сюда, чувак. О, боже. Ты чё, не слышал меня, что ли? Иди сюда, дорогой. Возьмите мой сахар, забирайте все. Так. По-тихому, по-тихому. Я еще ограблю тебя. Пока ты тут лежишь. Все, я отлично. Захочу. Скажите, сколько? Как так? Я свищу просто, давай. О, боже. О, боже. Иди сюда, я здесь. Давай. Полежи тут пока. Я тебя ограблю. Давай. Так, что у тебя тут? 12 рупий, отличная награда. Ого! Я чуть не спалился. Тебе показалось. Тебе показалось, друган? Давай сюда, давай. Вот на тех можно уже в открытую напасть, да? Возьмите мой сахар, забирайте все. Иди сюда. Тебе тоже показалось. Может, черепаху на них натравить, а? Я заплачу. Скажите, сколько? О, боже! На, отдохни там. Ты кто такой, дядя? Слава богу, спаситель. Премного благодарен. Он ваш? Да, он мой. Но, увы, вот его капитан. Я же в мореходстве профан. Я вполне могу повести его сам. Вы же не скроетесь с моим кораблем? Да нет, что вы. Дункан. Ваше имя, друг? Стит Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайные поручения Его Величества, и мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Вот отправимся это совпадение. Вместе. Союзники, стало быть? Слава богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да. У вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. Но сегодня и день богат на разные события. Согласитесь? Да, черт его знает. Обычная фигня. Рутина бытовая. Так, давай только я у чуваков документы проверю. Придется плыть. Могло бы быть и хуже. Ага. Так, а где второй друган? Стоп, это был только капитан. Где еще люди? Тебя держали два охранника. Мать твою. Так, там где-то карта, да? О, нелегко. Надо было снять камзол. А, это труп. Это труп. Так, что у тебя труп? Добрая охота. Карта сокровищ. Отлично. Указанные на карте координаты приведут вас в нужное место, а изображение подскажет, где копать. Используйте колесо, чтобы крутить так. Или 9, чтобы выбрать карту. Нажмите F, чтобы открыть. Так, где вы мне предлагаете
искать. Сверху на водопаде или где? Тут вот еще координаты есть. 179-593. Карта. Карта, пожалуйста. Или это я, 179-593? По карте ни хрена не понятно. По-моему. Так. Ладно, давайте еще раз глянем на карту. Карта сокровищ. Не то нажал. Так. Вверху какая-то палка, шнялка. Это то место или не то вообще? Вот, честно говоря, даже и непонятно. Черепах я бить не могу, я так понял. Так, тут же есть вот такая штука. Тут вот может где-то сокровище. В самом конце этой водички, так скажем. Надо копать. Да? А как копать? Залезть можно. Но мне надо копать. Еще залезть. О, копать. Отлично. Так, давайте посмотрим. Что же я тут раскопаю? Сундук! Ни хрена себе! Это ты такую яму руками выкопал? Что же у нас в сундуке? 1500 рублей! Ни хрена себе! Да, могу купить лицензионную батлу. Зашибись, пойдем. Четвертую батлу, конечно же. Все, возвращаемся к нашему другу. Доберитесь до штурвала корабля. Пойдем. Через заросли, конечно, чтоб нас никто не свалил. Залезай давай. Что ты делаешь? Я хочу, чтоб ты залез. Давай, прыгай. Нахрена на камне-то? Так, а чё? Почему бы и нет? А, блин, потому что нет. Можно сохраняться вообще. Загрузить можно. А сохраняться, видимо, нет. Так что давайте доберемся до корабля. Там уже посмотрим, что будет. Вот я могу подняться где-нибудь вот по этим ступенькам. И у тебя там матросов еще куча. Привет, теперь вы моя команда. Некогда объяснять. Поднимайте паруса. Привет, друг. Ты ничего мне не скажешь? Ну ладно. Доберитесь. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но больше мне и не нужно. Возить товар из плантации. Окей. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Ага. Только мы пойдем потом, а пока... Чувствую ветер в волосах. А пока мы закончим эту серию, спасибо, что посмотрели ее. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, что понравилось, что не понравилось. Ждите новых серий. А с вами был, собственно, Михакер. Всем пока!